снимать в магазине запрещено. И как бы, выходя из магазина, думаешь, ребят, как это прекрасно. Прийти, посмотреть. Цены, конечно. Для того, чтобы добраться из Венеции на соседний остров Мурано, нужно купить билет на вапоретто. Так называется речной, хотя больше ему подходит определение морской трамвайчик. Билеты продаются вот в таких кассах. Стоимость варьируется, например, можно купить проездной на 7 дней, если планируете не сидеть дома, а путешествовать, можете на паузе посмотреть цены, если будет нужно. А мы уже едем на этот остров полюбоваться знаменитым муранским стеклом. Находится он здесь. Хотя остров нас не особо восхитил, но нам очень понравились произведения искусств местных стеклодувов. Дорога, простите, водный путь наш проходил мимо старинного венецианского кладбища. Интересно, что добавляю к любому существительному прилагательное венецианское, все сразу превращается волшебным образом во что-то совсем другое. Например, стекло, венецианское стекло, маска, венецианская маска, кладбище. Венецианское кладбище. Как раз сейчас мы проезжаем остров Сан-Микеле, или по-нашему Святого Михаила. Долгое время на острове находился монастырь, затем тюрьма. Но по распоряжению Наполеона I остров был в 1807 году преобразован в исключительное место для захоронения венецианцев. Здесь похоронены из русских известных мне поэт Иосиф Бродский, композитор Игорь Стравинский с супругой, Сергей Дягилев, театральный деятель. Предлагаю подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы получать сообщение о выходе нового ролика. Вот так, слушая мой рассказ, мы наконец-то достигли острова Мурано. Снимать в магазине запрещено, и выходя из магазина, думаешь, ох, как же это все-таки мило прийти, посмотреть. Цены, конечно. Неописуемом восторге. Мы все еще в Мурано. Мы сходили, посетили фабрику стекла, где нам показали, как делаются изделия из стекла. Ну ладно. Вот, кругом постоянно магазины встречаются нам по левую, по правую сторону. Там тоже продают изделия, опять повторюсь, из стекла. Нам показали такой фокус, как взрывается стеклянный шар.
Бум! Вот! А еще хозяин этой фабрики нас пригласил на второй этаж, где у него собрана коллекция стекла, которую делали его отцы, прадеды, деды. Снимать нам запретили, но кое-что попало все-таки в кадр. И сейчас вы можете посмотреть на эти эксклюзивные вещи. Ну вот и все, на этом мы попрощаемся с этим островом. Но не прощаемся с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и путешествуйте вместе с нами. Пока!